Рассказ Людмилы Толкишевской. Нашу победу у нас не отнять. После войны семья наша почти 2 года кочевала по разоренной войной Украине, так как воинская часть отца восстанавливала разрушенные немцами аэродромы. На одном из полустанков отец, выскочивший с чайником за кипятком, вдруг вернулся, неся вместе с товарищем безногого солдата. За ними внесли солдатский рюкзак и старенький баян. Ноги у солдата были отняты по самый пах, а сам он был молод, красив и, что называется, в стельку пьян. На удивленные вопросы мамы и бабушки отец отвечал кратко и потрясенно. Он пел. Молодого инвалида старательно обтерли мокрым полотенцем и уложили на топчан теплушки. Тем временем офицеры, желая установить личность солдата, проверили его рюкзак и были полностью сражены. Безногий солдат был награжден 5 боевыми орденами, а отдельно в красной коробочке лежал орден Ленина. И был инвалид сержантом Авдеевым Николаем Павловичем, отроду 25 лет. Офицеры, прошедшие войну, многие, как мой отец, еще и финскую, знали цену таким наградам. Среди орденов лежало письмо. Видно было, что его неоднократно комкали, а потом расправляли. Письмо было подписано «Любящая тебя Шурочка». Любящая Шурочка писала, что «Будь у Николая хоть одна нога, она бы за ним в госпиталь приехала, а уж совсем ползуна она, молодая и красивая, взять не может». Так и писала Шурочка, ползуна. В вагоне повисла угрюмая тишина. Мама всхлипнула, бабушка убежденно сказала, Бог ее накажет. И еще раз бережно обтерла лицо спящего. Спал безногий солдат долго, а проснувшись, казалось, совсем не удивился, что едет неизвестно куда и неизвестно с кем. Так же легко согласился он остаться пока в нашей части, сказав при этом, там видно будет. Охотно откликнулся Николай и на просьбу спеть, с которой, на удивление, робко обратился мой отец, вообще-то человек неробкого десятка. Он впоследствии как-то, казалось нам тогда, робел перед Авдеевым. Это было преклонением перед уникальным талантом. Авдеев запел. Бархатный бас поплыл по вагону и словно заполнил собой окружающее пространство. Не стало слышно грохота колес, за окном исчез мелькающий пейзаж. Сейчас, иногда говорят, попал в другое измерение. Нечто подобное произошло тогда с пассажирами вагона теплушки. Я до сих пор думаю, что мне довелось в детстве слышать певца, обладающего не только уникальным голосом, но еще и богатой, широкой душой, что и отличает великих певцов от бездарностей. Однажды я спросила бабушку, почему, когда дядя Коля поет, облака то останавливаются, то бегут все быстрее. Бабушка задумалась, а потом ответила мне, как взрослый, а ведь и правда. Это у нас душа от его голоса то замирает, то к Богу устремляется. Талант у Коленьки такой особый. А вскоре произошло то, что заставило окружающих посмотреть на певческий талант Авдеева с еще большим изумлением. Через дорогу от школы, где жили офицерские семьи, в небольшом домике жила пожилая еврейка, тетя Песя, со своей очень красивой дочерью Розой. Эта еще совсем молодая женщина была совершенно седой и немой. Это произошло с ней, когда в одном из маленьких местечек Белоруссии немцы уничтожали евреев. Чудом спасенный русскими соседями, лежа в подвале с ртом, завязанным полотенцем, чтобы не кричала, Роза слышала, как зовут ее из рядом горящего дома ее дети-близнецы. Несчастная мать выжила, но онемела и посидела. В один из летних вечеров, когда Роза с лотком маковых ирисок зашла к нам во двор, на своей тележке на крыльцо выкатился дядя Коля.
Надо сказать, что к этому времени он был уже официально оформлен комендантом офицерского общежития и получал зарплату. По существу был членом нашей семьи. Женщины поставили перед ним тазик с вишней, мы, дети, облепили его, и он рассказывал нам что-то очень смешное. При виде седой розы дядя Коля вдруг замолчал и как-то особенно внимательно стал вглядываться в ее лицо. Потом он запел. Запел, даже не попросив, как обычно, принести ему баян. Помню, что пел он какую-то незнакомую песню о несчастной уточке-лебедушке, у которой злые охотники, потехи ради, убили ее утят-лебедят. Могучий бас Авдеева так жалобно лился, так скорбно и гневно рокотал. Подняв глаза, я увидела, что все окна большого дома были открыты, и в них молча застыли люди. И вот Роза как-то страшно замычала, потом упала на колени, подняла руки к небу, и из губ ее вырвался молодой, звонкий и безумный от горя голос. На еврейском языке взывала к Богу несчастная мать. Несколько женщин, бросившихся к ней, застыли по знаку руки певца. А он все пел, а Роза кричала, все тише и тише, пока с плачем не упала на траву. Ее спешно подняли, внесли в дом, и около нее захлопотал наш полковой врач. А мы, рано повзрослевшие дети войны, как суслики столбиками, остались сидеть молча в теплой темноте южной ночи. Мы понимали, что стали свидетелями чуда, которое запомним на всю жизнь. Утром пришла тетя Пейся и, встав перед дядей Колей на колени, поцеловала ему руку. И снова все плакали. Впрочем, в моем детстве плакали часто даже мужчины. «Почему взрослые плачут?» – спросила я маму. «Это слезы войны», – ответила мне она. «В войну-то нам плакать было некогда, да и нельзя. Надо было выстоять, чтобы детей спасти. А теперь вот слезы и отливаются. Твое поколение уже не будет плакать, только радоваться». Надо сказать, что я с горечью вспоминаю эти мамины слова. Радуюсь редко. Шел 1948 год. И вот стало происходить что-то странное, непонятное нам, детям. С улиц города начали исчезать инвалиды, которых до этого было так много. Постукивали палочками слепые, но безрукие и безногие, особенно такие, как дядя Коля, практически исчезли. Взрослые, испуганные и возмущенно шептались о том, что людей забирают ночами и куда-то увозят. В один из вечеров я услышала, как родители тихо говорили, что дядю Колю придется спрятать, отправить к родным мамы на дальний казачий хутор. Но здесь произошло событие, которое предопределило дальнейшую судьбу Николая Авдеева и стало ярким эпизодом в моей жизни. В 1948 году страна-победительница торжественно праздновала 800-летие Москвы. Повсюду висели флаги, транспаранты, проходили праздничные мероприятия. Одним из таких мероприятий должен был стать концерт в Доме офицеров. Случилось так, что проездом на какую-то инспекционную поездку в городе на целый день остановился маршал Георгий Константинович Жуков. Взрослые называли его коротко и уважительно «сам маршал». Именно так это и звучало, с большой буквы. Отец пояснил мне, что я видела его в кино, когда, как и все, неоднократно смотрела «Парад Победы». «Ну, на коне, помнишь?» – говорил отец. Честно говоря, коня я помнила очень хорошо, удивляясь каждый раз, почему у него перебинтованы ноги. Маршала же я практически не разглядела. И вот офицерам объявили, что на концерте сводной самодеятельности воинских частей будет присутствовать Жуков. Каждый вечер шли репетиции, и на одной из них было решено, что цветы маршалу буду вручать я. Не могу сказать, что меня, в отличие от моей семьи, это обрадовало, скорее наоборот. Мне вообще очень не хотелось идти на концерт, ведь я все это видела и слышала неоднократно. Теперь я уже никогда не узнаю, почему выбор пал на меня.
Скорее из-за совершенно кукольной внешности, которая, кстати, полностью не совпадала с моим мальчишским характером. 2 дня у нас в коммуналке строчил старый Зингер. Мне спешно шили пышное платье из списанного парашюта. Шила мама. А бабушка, наспех нас покормив, вдруг стала днем, стоя на коленях, молиться перед иконой святого Георгия Победоносца. Эта удивительно красивая икона была единственной сохранившейся из ее большого иконостаса. В старом казачьем офицерском роду была она семейной. Много поколений молились перед ней, да и всех мальчиков у нас называли Георгием и Виктором. Я была удивлена, услышав, что бабушка непрестанно молится за дядю Колю. В торжественный день из меня изобразили нечто вроде Мальвины, вручили сноп мокрых гладиолусов и 10 раз заставили повторить приветствие высокому гостю. В результате, когда подъехали 3 машины, и из первой вышел коренастый человек с суровым, как мне показалось, лицом и звездами героя на кителе, я все начисто забыла. И буквально на одном дыхании выпалила: «Товарищ Жуков, мы все вас поздравляем! Пожалуйста, живите долго со своим красивым конем!» Вдруг раздался гомерический хохот, но громче всех, буквально до слез, смеялся сам маршал. Кто-то из его сопровождения поспешно взял у меня огромный букет, и Жуков, продолжая смеяться, сказал: «Ну вот теперь я тебя вижу. Пойдем со мной!» И, подав мне, как взрослую, руку, повел меня по лестнице в ложу. В ложе стояли стулья и большое бархатное кресло для высокого гостя. Но он, смеясь, сказал: «Кресло для маленькой дамы». И, посадив меня туда, пододвинул свой стул ближе к перилам ложи. В ужасе и отчаянии от своего провала и позора я сжалась в кресле в комочек. «Как тебя зовут?» – спросил Жуков. «Людмила», – прошептала я. «Люсенька, значит». Жуков погладил меня по моим очень длинным волосам. Концерт начался. На сцене танцевали гопак, пели все известные фронтовые песни, снова танцевали. Мне же хотелось одного – сбежать и забиться куда-нибудь в темный уголок. На маршала я боялась даже поднять глаза. Но вдруг я просто подскочила от удивления. На сцене вместо конферансье появился мой отец. Напряженным каким-то чужим голосом отец объявил: «А сейчас перед вами выступит кавалер орденов, шло их перечисление, и кавалер ордена Ленина, танкист, сержант Николай Авдеев». Дядю Колю давно уже знали и любили. Зал затих. Детским своим умом я не поняла сути происходящего, но зрители в зале поняли сразу, что безногий человек на сцене был вызовом власти. Вызовом ее безжалостному лицемерию по отношению к людям, которые, защищая Родину, защитили и эту самую власть. Власть, которая сейчас так жестоко и бессовестно избавлялась от покалеченных войной. Я все это поняла, повзрослев. А тогда 2 офицера вынесли на сцену Авдеева, сидящего в таком же бархатном кресле с баяном в руках. И вот полилась песня: «Уж ты, ноченька, ночка темная». Голос не пел, он сначала тихо плакал, а потом громко зарыдал от одиночества и тоски. Зал замер. Вряд ли в нем был тогда человек, который не потерял в войну своих близких. Но зрители не успели зааплодировать, потому что певец сразу заговорил: «Товарищи, в старинных битвах отстояли отечество наше и свою столицу Москву. Но и за 100 лет до нас прадеды наши погибали за Москву и Россию. Помянем же их». И Авдеев запел: «Шумел, горел пожар московский». Показалось, что перед всеми совершенно зримо прошли в своих сверкающих киверах победители 1812 года. В едином порыве зал стал дружно и слаженно отхлопывать рефрен песни. В ложе стали раздаваться восхищенные голоса. Я, наконец осмелев, посмотрела на Жукова. Он, сжав руками барьер ложи, откинулся на спинку стула. Явное удивление и восхищение читалось на его лице. Но вдруг баян замолчал.
Руки певца бессильно упали на него. Авдеев повернул голову в сторону маршальской ложи, и серебряная труба его голоса в полной тишине пропела: «Судьба играет человеком, она изменчива всегда». Зал буквально взорвался от восторга. На сцене выросла гора цветов. Жуков слегка повернул голову и властно сказал кому-то позади себя: «Узнай, распорядись». Здесь я наконец-то пришла в себя и, тронув Жукова за колено, сказала: «А я все про дядю Колю знаю». «Тогда расскажи», — ответил он мне и наклонился ближе. Но раздались звуки рояля, и снова, но уже торжественно и скорбно, заполнил зал фантастический голос: «Ты взойди, моя заря, заря моя последняя». В порыве чувств люди в зале стали вставать, многие плакали. Я вновь посмотрел на Жукова. Он сидел так же, откинувшись на спинку стула, с вытянутыми на барьер ложи руками. Но глаза у него были закрыты, и лицо побледнело и стало печальным и усталым. Скорбно и моляще прогудел бас Авдеева: «Ты укрепи меня, Господь!» И в этот момент в неподалеку стоящей церкви ударили колокола. Зал бушевал. Жуков открыл глаза и произнес: «Фантастика!» Снова наклонился ко мне и, как мне показалось, строго спросил: «Так что же ты знаешь про дядю Колю?» Я заторопилась: «Его мой папа на станции нашел. Он у нас теперь комендантом работает и в семье как родной. Он, знаете, какой добрый и все-все умеет». Лицо маршала оставалось таким же печальным и усталым. «Детка, как ты думаешь, что для этого человека можно сейчас сделать?» – спросил он у меня, как у взрослой. Я на секунду задумалась. «Баян ему доктор подарил, а он совсем старенький, новый бы надо купить». «Да уж это когда разживемся», – заговорила я бабушкиными словами. «А главное, дяде Коле жилье какое-нибудь надо. Мы-то в целой коптерке живем, а он в чуланчике возле котельной ютится». Жуков слушал меня молча и неулыбчиво. И вдруг спросил: «А тебе самой что хочется?» И здесь я поняла, что нужно вовсю пользоваться случаем. «Мне ничего не надо. Я вообще счастливая. У меня папа с войны вернулся. А вот Ниночке, подружке моей, нужен специальный детский дом, потому что она немая. У нее немцы язык отрезали и свастику на ручке выжгли. Это чтобы ее родители-подпольщики заговорили. Но они все равно никого не выдали и их расстреляли». Я не увидела лица маршала. Он вдруг поднял меня на руки и крепко обнял. На какое-то время я услышала, как под кителем со звездами героя ровно и сильно бьется сердце Жукова. Потом он опустил меня на пол и бросил: «Пошли». Дядь Коля сидел внизу на диванчике, смотрел, как мы спускаемся к нему, и лицо его показалось мне таким же усталым и печальным. Потом маршал подошел к Авдееву и сел рядом. Некоторое время они сидели молча, но вот Жуков заговорил. О чем говорили они, безногий сержант и маршал со звездами героя, Николай не рассказывал. Но бабушка говорила, что всю следующую ночь он не спал. Домой ехали мы с дядей Колей. В руках у меня были два огромных пакета с конфетами, а рядом на сиденье лежали два роскошных набора рижских духов. На следующее утро Николая Авдеева увезли в штаб, где ему торжественно вручили сияющий малиновым перламутром аккордеон. А главное – конверт с ордером на комнату в большом и красивом доме. Комната оказалась тоже очень большой и красивой, с большим окном и паркетными полами. Николай Авдеев окончил музыкальное училище и до конца жизни работал заведующим Дома культуры. А умер он рано, когда ему исполнилось 47 лет. У него было два сына-близнеца, которые стали впоследствии хорошими врачами. Дивный голос своего отца они не унаследовали. Он ушел с ним. За Ниночкой приехали из Киева
и увезли ее в хороший интернат, где, говорили, она была всеобщей любимицей. Но умерла Ниночка, не дожив до 20 лет. Не знаю, то ли сердце ее было сломлено пережитым ужасом, то ли, как говорила бабушка, родители-мученики ждали и звали ее. Отца же моего почему-то направили на курсы политработников в Смоленск. Служил он потом в войсковых училищах и помню, что всегда заботился особенно о курсантах-сиротах. Многие из них, став сейчас седыми отставниками, вспоминают о нем с любовью и уважением. С 75-летием Великой Победы вас, мои хорошие! Обнимаю вас душой.